Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, давайте проверим подаренный телефон Samsung 91.2.0. Я сделал косметику, телефон в довольно хорошем состоянии. Поставил карту на 1 гигабайт, поставил карточку Kyivstar. Ну, сейчас будем проверять. Аккумулятор чуток сдутый. Ну, думаю, на работу влиять это не будет. Так, закрыли все защелки. Поехали. Здесь у нас AMOLED-дисплей. Качество AMOLED-дисплея вы сами знаете. Он чуток отдает синим. Ну, смотрится бомбезно, конечно, телефон для своих лет. Сейчас загрузим, проверим. Белый с хромом. Вот такая вот лялечка. Красивая капсулка времени. 3,5 мм наушники. Micro-USB стандартная зарядка. Динамик у нас сзади музыкальный. Ну, будем проверять, смотреть. Кнопки все работают. Чтобы открыть приложение, проведите пальцем по ярлыку. Ну, вот это вот рассказы. Так, услуги выбираем. Так. Что, ребятки, загрузился наш телефон, красавчик. Давайте посмотрим. Значит, яркость на полную я поставил. Сейчас мы с вами попробуем его настроить. Для этого зайдем в настройки. Вот так. Включаем Wi-Fi. Сейчас обнаружатся наши сети. Я подсоединюсь. И попробую зайти в приложение, погонять его. Как он будет работать. Так, я подключился. Все отлично. И теперь будем первое. Проверим звук, громкость. Я телефон сбросил полностью на заводские настройки. И теперь посмотрим мелодию. Несмотря на свой возраст, телефон работает классно. Бомба. Так, вибрация устройства, мелодия уведомления. Короче, тут все настраивается. Далее, дисплей, обои. Сейчас главный экран. Обои, обои, обои. Посмотрим. Это обои стандартные, ребята, которые идут в прошивке. Вот так их можно перебирать, играться и смотреть. Очень прикольно, кстати. Установить обои. Так. Гляньте, как красиво, да? Смотрится, конечно, фишечки обалденно. Так, погнали. Что у нас есть? Чат, e-mail, вот эта корова. Одна игра прошитая. Можно было загрузить. Samsung Apps, YouTube есть. Play Market. А что у нас по Android, я не помню. Какой он у нас? Четвертый здесь или... Давайте сейчас посмотрим. Если честно говоря, что-то я не подумал даже посмотреть об устройстве. Да, четвертый Android. Так. Что у нас есть из... Из... Так. Чтобы зайти в Google. Сейчас, наверное, заставит создавать учетную запись. Так. Хлоп, лайк. YouTube, адрес, видео, галерея. Что у нас по галерее? Ничего. Радио. Gmail. Это вот почта, можно проверить. Видите, добавить Google аккаунт или создать существующий. Google Plus. Я имею в виду, а вот интернет.
Так. Ну вот, смотрите, YouTube вроде заходит. YouTube смотреть. Так. Ну, заходит нормально, вроде не тупит. Зашли, посмотрели. Вроде работает. Так. Дальше. Давайте посмотрим по камере. А, советы. Нажмите и удержите, не показывать снова. Да. Так. Выбираем эту и делаем чпоньк. Сфотографировали. Дальше. Переводим на видео. А, вот. Пробуем снять видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка видео. Ну и теперь это все можно посмотреть в галерее. Галерея, где у нас находится? Вот она. Это вот у нас видео. Это фотка. Ага. Это вот фотка. Вот так фоткает. Что ж у меня руки желтые, как у ботошного. Так, и вот так видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка видео. Все работает отлично. Так, что еще нам надо? Что-то корова интересно играет. А работает, не работает? Так, френзи, шмензи, окей, окей. Анти, какое качество экрана? Это, конечно, только обалдеть. Русский, да. Короче, ребята, он играет. Я не знаю, чтоб меня не забанили за эту музыку, за все. Вроде все работает. Дальше. Давайте теперь попробуем позвонить. Так. Так, работает. Дальше. Голосовой поиск, загрузки. Что у нас есть? Калькулятор. Можно почитать книги. Загрузить, почитать. Видите? Идет загрузка, нажмите. И вот загружаете, открываете. Можно скачать. Можно купить, можно найти бесплатное. Так как у нас интернет есть, он спокойно заходит, выходит. Также есть текстовые заметки, можно написать. Так, дальше. По настройкам. Интересно, все ли у нас языки здесь? Ну, скорее всего, мультипакет стоит. Вот, язык, вот. Так, языки, смотрите. Эстонский, македонский, так, польский, вот он, македонский, русский, украинский, узбекский. Короче, все языки, ребята, есть. Так что, я думаю, сложности не будет. Дальше. Ну, чат, часы, инфоторазваги такие, старовская примочка. Радио у нас работает только тогда, когда у нас включены наушники. Когда нет наушников, вы подвиньтесь. Далее, Game Hub.
отказ от ответственности. Здесь можно закачать игрухи. Мы приглашаем вас в захватывающий мир игр присоединиться. Доступно обновление для исправления позже. И вот здесь можете позакачивать игры и играть. Вот они подтягиваются прямо с интернета, так как Wi-Fi у меня включен. Play-журналы. Это все онлайн. Ну, тут, видите, нам нужен аккаунт. Без аккаунта мы никуда не попадем. Ну, в основные все функции, все работает, все отлично. Камера работает, Play Market надо будет проверить, создать учетную запись. Не знаю, создавать, не создавать, потом опять ее сбрасывать, как-то влом. Но все основные функции телефона работают. Звонилка классная, динамики не посажены. Так что я думаю, телефоном будете довольны. Все, ребяточки, если понравился телефон, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. И пишем, что еще, какой телефон вам рассказать, показать, обозревать. Все, ребятки, всем пока. Хорошего дня.